Каждой маме приятно, когда ей говорят спасибо за ребенка, которого она воспитала. Самые активные члены местного отделения общественной организации «Молодая гвардия» вместе с мамами были приглашены на встречу, которую организовали депутаты Московской областной думы Александр Орлов и Марина Шевченко. Встреча прошла в преддверии праздника «День матери». Мамам молодогвардейцев были подготовлены цветы и подарки. Марина Шевченко назвала присутствующих женщин мамами с большой буквы. Мама с большой буквы, потому что их дети сегодня герои. Они волонтеры, они помогают всем, кто обращается за помощью. А сегодня за помощью к волонтерам обращается очень много жителей Дмитровского городского округа. И никого они не оставляют без внимания. Я могу точно сказать, что вы воспитали своих детей очень достойными людьми. Вы каждый день вместе с ними, рука об руку. Вот я как раз сейчас ехал от одной бабушки Татьяны, которые ребята постарались нашли лекарства в Москве, достали сюда. И вот эти сложные маршруты мы делали для того, чтобы сделать одно доброе дело. В период этого сложной пандемии мы оказываем помощь тому, кому она действительно необходима. Если вы видели, насколько горят у этих бабушек глаза и сколько они раз говорят спасибо со слезами на глазах, это действительно воодушевляет и дает нам силы двигаться дальше. Но сегодня вам, как мамам наших героев, хочется просто от всей души сказать спасибо. Слыша эти слова, сердца мам трепетали. Кристина Жукова, мама руководителя местного отделения общественной организации «Молодая гвардия» Антона Калмыкова, в этот момент как никогда гордилась своим сыном. Мама всегда переживает за своего ребенка, когда он занимается важными делами, помогает другим, особенно в такое время. Переживаю, но в то же время я очень рада, что он может помогать, что он способен помогать и что он будет помогать другим. Сегодня слово «волонтер» звучит гордо. Эти молодые парни и девушки, занимаясь волонтерской деятельностью, всегда готовы оказать помощь тем, кому она нужна. Большое количество искренних спасибо адресуется волонтерам, а следовательно и их мамам, которые воспитали неравнодушных людей с добрыми сердцами. Дала, наверное, то, что должна дать любая мама своему ребенку. Неважно, кто будет, то сын или дочь. Конечно, нам хочется родителям видеть в детях только лучшее. И я испытываю гордость, когда я в своем сыне вижу намного лучше, хороших качеств, чем даже в себе. Для мамы нет большей награды понимать, что твой ребенок вырос достойным человеком.